Приветствую вас, посетители моего сайта. Меня зовут Юлия Пчельникова, и в этом видео вы наглядно увидите, как и на каком сайте прямо сейчас заработать от 45 500 до 78 500 рублей и сразу же вывести их на свою карту. Вот эту пачку денег я заработала на данном сайте всего лишь за полтора месяца. О самом сайте вы узнаете чуть позже, а сейчас вам нужно лишь досмотреть данное видео до конца и после этого внимательно повторить мои действия. Платить вам здесь ничего не нужно, и, скорее всего, это ваш единственный реальный способ начать зарабатывать уже с сегодняшнего дня. Поэтому выделите 57 минут личного времени, и в течение этих минут вы гарантированно получите первые денежки на свой счет. Для наглядности я приготовила для вас новую почту, чтобы быть наравне с вами, и номер карты, куда, собственно, буду выводить заработанные денежки. Так, заходим в браузер, набираем Сбербанк онлайн и нажимаем поиск. Я буду показывать все очень медленно, чтобы вы наглядно видели, на какие кнопки я нажимаю. Здесь вводим логин. Вводим пароль и нажимаем «Войти». Вводим код и входим в личный кабинет. Вот здесь вы видите мой личный кабинет, имя, отчество и прочие данные. На карте у меня сейчас 5,5 миллионов рублей, а на книжку пока что 400 с лишним тысяч. Я абсолютно уверена, что каждый из вас может зарабатывать такие же деньги. Просто нужно знать сайт, который реально каждый день без задержек платит своим партнерам. О сайте я расскажу чуть позже, а сейчас вы видите вот мои последние операции по карте. Вчера я заработала 67 тысяч, позавчера 71 тысячу. 3 дня назад 54 тысячи, 4 дня назад 60 тысяч. В среднем ежедневная прибыль получается от 45 500 до 78 500 рублей в день. Вот 28 числа я уже потратила чуть больше 100 тысяч рублей на всякие нужды. Если перейти в мой профиль, вы наглядно увидите мои данные. Я ни от кого не скрываюсь и ни от кого не прячусь. Так, приступим к самому главному. Сейчас будьте очень внимательны, я буду показывать, на каком сайте и как именно вы будете зарабатывать. Переходим на данный сайт. И адрес сайта я даю только посетителям моего сайта, то есть ссылку на него можно найти, только пролистнув ниже по моему сайту. Переходим на сайт. Добро пожаловать в платформу Транс. Читать информацию на сайте не обязательно, но если говорить кратко, то сайт платит до 10 тысяч рублей за перевод текстов с иностранного на русский язык. Если интересно, то, конечно, можете почитать. Итак, нажимаем «Зарегистрироваться». Вводим фамилию и имя. Копируем новую почту. Вставляем в поле для почты. Придумываем логин. Придумываем пароль. И здесь, смотрите, обязательно ставим галочку «Исполнитель». Вот это очень важно, не забудьте поставить ее. Очень важно. И нажимаем «Зарегистрироваться». Вот мы зашли в личный кабинет.
Здесь можно загрузить аватарку, но можно обойтись и без нее. Выбираем из списка любой вариант и сохраняем изменения. Теперь открываем в новой вкладке Google Переводчик. Имейте в виду, что нужен именно Google Переводчик, то есть адрес должен быть именно такой, translate.google. Итак, открыли рядом два окна и нажимаем «Исполнитель». Здесь у вас будут 10 заданий, которые нужно перевести. Нажимаем «Выполнить». Выделяем весь текст с верхнего окна. Копируем и вставляем в Google Переводчик. Переведенный текст выделяем и копируем заново. Вставляем в нижнее окно, нажимаем «Завершить» и «Отправить на проверку». Иностранцы платят за такой перевод просто потому, что не знают, что Google Переводчик идеально переводит тексты. То есть они и сами могут это делать, но им лучше довериться компании и знать, что гарантированно получат они нормальный текст. Так что зарабатывайте и выводите, пока все это работает. Итак, выделяем следующий текст. Копируем и вставляем. Вы, наверное, удивлены, но за такой бред иностранцы готовы платить реальные деньги. Ну, хотя для них, наверное, это даже не деньги. Повторяем те же действия и отправляем на проверку. Итак, на нашем балансе уже 10 тысяч рублей. Вы можете либо наблюдать за мной, либо можете прокрутить видео до того момента, где я буду выводить средства. Копируем. Вставляем. Копировать. Вставить. Копировать. Вставить. Так. Снова копировать. Снова копировать и снова вставить. Копируем, вставляем. Копируем, вставляем. Снова копировать, вставить.
Копируем. Вставляем. Копировать. Вставить. Копируем, вставляем. Копируем, вставляем. Снова копировать, вставить, копировать, вставить. Копируем, вставляем, копировать, вставить. Итак, последнее задание на сегодня выполнено. Теперь нажимаем «Финансы». И вы видите, что заработано 49 410 рублей. Выбираем платежную систему. Лично я вывожу на карточку, либо на Яндекс.Деньги. Копируем номер карты. Вставляем и нажимаем «Вывести средства». Вывод средств успешно завершен. Возвращаемся в личный кабинет. Как мы помним, на балансе у нас было 5 464 тысячи рублей. Вот, денежки уже упали, значит, можно уже обновить. Как видим, деньги поступили. Теперь посмотрим, как выглядит операция. Вот видите, ровно 49 410 рублей пришло без комиссий, без задержек, практически моментально. Для вас, наверное, это пока еще что-то из разряда фантастики, но уверяю вас, это реально работает. И, как говорится, койте пока горячо, свято место пусто не бывает. Все эти деньги я заработала исключительно на платформе Transfer. Повторюсь, адрес платформы по заработку можно найти только на моем личном сайте, на котором вы сейчас находитесь. Внимательно изучите информацию, и вы там найдете действительно полезные советы и инструкции. Также хочу отметить, что у меня ушло примерно 3 года, чтобы найти данную платформу. И мне бы не хотелось, чтобы вы упустили, ну или просто прошли возможности. Поэтому цените этот момент и приступайте к заработку. Я желаю вам стабильного заработка и до встречи на моем сайте.